День. Сегодня мы покажем видео, как производится забена поршневой в мопеде Suzuki Sepia i50. Вот. Объем 0,49 сантиметров кубических. Вот. Видим шатун с коленвалом. Вот мой товарищ будет ставить. Видим этот как игольчатый подшипник вот ставится, видите, там первую. Все замаслено, вот, да. Все в масочке, поршень с кольцами, палец, сейчас будем его монтировать и потом шпинтовать, да? Да, я уже одно кольцо поставил. Угу. И сейчас ту сторону будем тоже шпринтовать. Так же, как и эту. Вот тоже шпринтовано, да, уже? Да. Уже кольцо стоит. Угу. Все, вот. Вот эти вот стопорные, вот, где кольцо ограничители, должны быть сзади. Нигде выхлоп, вот, стопорное угу, одно. Угу. И вот второе вот здесь, вот. Угу. Это на что обратить вот, внимание надо, да? Вот. Поршень должен смотреть не там, где выхлоп, а вот здесь, сзади. Вот стрелочкой туда, к выхлопу. Да-да, вот. Вот ссылка на поршне, видите, вот. Вот он, вот. То есть он на выхлоп смотрит. Видите, указывает. Очень важно обратить внимание. Все. Пока паузу поставим. Ставим кольцо вот такое вот. Шпринтуем его. С этой стороны палец на поршне монтируем. Плоскость. Все, установили поршень на месте, зафиксировали стопорными кольцами. То есть готовимся к установке поршневой, да? Гильза. О, гильза, да. Вот гильзочка. Ты ее уже так он промаслил, да? Угу. Все смазываем маслечком, соответственно. То есть, ну, все очень просто. Сейчас будем устанавливать. Масленочкой промазываем еще раз колечки, чтобы нигде ничего не сломать, нигде ничего не зацепить. Не экономим, нигде ничего. То есть, думаю, масло все смогут купить. Монтируем поршневую. Колечки поджимаем. Suzuki Sepia i50, да? Suzuki Sepia i50. А можно здесь есть. Вот здесь вот есть. AF50. Угу. Пока паузу поставим. Да. Без ограничителя? Да. Нет, конечно, она будет крутиться, если попадет вот там вот выхлоп, вот там вот, ага. И поломает кольцо. Да. Конечку, концом. Хотя у нас что-то 5 затулить на поршневую, на день, всему будет, как крышка. Все, гильза на месте. Так. Надо покрути мотор чуть-чуть. Все, все ходит. Еще чуть покрути. Слышь, что ли?
А то не песок там, я не... Песчинки надо удалить. Песчинки тебе надо удалить, слышишь там? Сейчас промою. Угу. Все ходит, все работает. Это немножко песчинки какие-то есть опали. Ну, мы сейчас это все устраним. Тарплинером сейчас все промоем, будет все. Ой. Все чистенько, все стоит, все хорошо. Нечего. Установим прокладочку. Установили прокладочку железную. Теперь ставим голову. Ставим головочку. Ну и потом уже 4 болтика. Гайки. 4 гайки, да. 4 гайки на шпильки накручиваем. Закручиваем свечку, соберем и будем заводить. То есть, спасибо, что на нашем канале. Вы смотрели, ставим палец вверх. Подписываемся. Всем пока. Благословений.